Всех приветствую на моем канале Nanoko Manga Comics, но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк видео, а также подписаться на меня в телеграм-канале, ссылочка будет в описании. Сегодня на обзоре у меня романга под названием «Тагар» от издательства Bubble Comics, и хочу выразить вам огромную благодарность за то, что предоставили томики бесплатно для обзора. Мне нравится, как выполнены основные обложки. Сзади каждой книги у нас имеется краткое описание. Эта история сделана в стиле манги. Предлагаю сначала посмотреть на первую книгу, посмотреть, что внутри. Идут авторы на одной странице, далее у нас следует уже пролог. История, черно-белый рисунок, мне очень нравится. Он качественный, проработанный. И очень хочется всматриваться в многие детали. С историей я ознакомилась, но пока немножко непонятно. Мне нужно еще немножко почитать третью книгу, чтобы понять в целом, буду я собирать эту мангу или же нет. Проработка персонажа на высшем уровне не только внешне по рисунку, но и характеры очень цепляют меня. В конце книги нас ожидает дополнительный материал. Их рассматривать я люблю больше всего. Нравится смотреть за тем, как автор делает наброски твоих любимых персонажей или же рисует те или иные сцены. Предлагаю не медлить и посмотреть, что же внутри второй книги, также оценить рисунок. Если на первой книге меня не особо затянуло, вот уже на прочтении второй книги я втянулась в мангу больше и понимаю, что точно хочу прочитать продолжение, чтобы уже конкретно дать какую-то оценку. Рисунок во второй книге никак не страдает, он такой же прекрасный. В конце второй книги также есть дополнительные материалы, что явно большой плюс. Вместе книжечки выглядят таким образом. Мне очень нравятся корешки. Романга — это что-то новое, что-то интересное. Я советую попробовать тем, кто еще не читал. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании.